Всем привет! Мы продолжаем наши обзоры бич-пакетов. И появилась такая вот новиночка от Дошика. Это картофельное пюре. Стоит каких-то нереально 79 рублей. Но решил взять на пробу. И уже вам скажу, стоит оно или нет. Еще больше гренок. Значит, это было мало гренок. Домашний вкус и 5 минут. В состав входит только высококачественные ингредиенты. Так, производитель. Где производитель? Кто у нас это делает? А, Россия, Москва. Давайте посмотрим комплектацию. Это, я так понимаю, соус какой-то жидкий на основе растительных масел, говяжий с овощами. А здесь стандартная пюрешка. Кстати, вот такое ее количество. Прошлую пюрешку у нас была намного меньше. Там вообще на дне было. Даже есть какие-то какушки. Вилки нету. Все, заливаем, ставим, ждем. Так, 5 минут прошло. Крышечка, кстати, удобно. Можно закрыть. Она хорошенько запарилась. Смотрим. Запах, кстати, стоит. Ничего так. А, полстаканчика. Стаканчика у нас получилось. Наши пюрешки. Вот есть. Какашечки вот такие. А, соус забыли. Забыли соус. Наш говяжий. Ой, а я думал, красный будет. А он на вид как херовый мазик. Ну-ка, оближем. Кто делает так, ставьте лайк. Не понял. Кстати, соус подтапливаться начал. Сейчас мы еще перемешаем хорошенько. Ну вот мы это все перемешали. Давайте пробовать. Ну знаете, как бы стандартная пюрешка. Не скажу, что она прям отдает картофелем. Есть картофельное пюре в больших пачках. Ты его завариваешь. Если правильно сделать, оно прям картофельное пюре. А это чувствуется, это крахмальность небольшая, но тут ароматизаторов напихали, мама не горюй. Я чувствую прям этот говяжий соус, который здесь был. Как бы, ну, вкусно, зараза, вкусно, конечно, но этим вы не наедитесь. Такой маленькой даме на диете. Кстати, какашечки, кстати, вкусные тоже. Наценка. Ну, из-за цены, из-за малой количество еды, ну, 4,5 поставлю. Это вкусно, это есть можно, но, блин, дороговато и мало. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока.